Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире телеканала «Бобруйск 360» новый телевизионный проект «Прямой эфир». Меня зовут Виталий Овсеенко. Регулярно мы будем приглашать в нашу студию известных людей и в прямом эфире общаться на волнующие вас, уважаемые телезрители, темы. Ждем ваших звонков с вопросами по телефону 736-224, код «Бобруйска» 0225. Сегодня у нас в гостях глава администрации Первомайского района нашего города Виталий Эдуардович Власевич. Добрый вечер, Виталий Эдуардович. Спасибо большое, что нашли время посетить нашу студию, пообщаться с нашими телезрителями и с нами. Виталий Эдуардович, Первомайский район – самый большой район нашего города. В нем сосредоточены основные учебные заведения, крупные промышленные предприятия. Виталий Эдуардович, чем гордится Первомайский район? Добрый вечер, Виталий. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Конечно, основная гордость нашего района – это ее жители, это ее молодежь. Как вы верно отметили, действительно, Первомайский район достаточно крупный. Крупный промышленный комплекс имеет на своем балансе достаточно большое количество учебных заведений. Если говорить о промышленном комплексе Первомайского района, я хотел бы отметить, что 85% продукции промышленного производства от объемов городских изготавливается именно в Первомайском районе. Конечно, нельзя не отметить таких гигантов, градообразующих предприятий, как Белшина, как Бобруйский завод «Агромаш», как завод тракторных деталей и агрегатов, мясокомбинат и так далее. Этот перечень можно, скажем так, продолжать долго и долго. Конечно, это основная гордость нашего района. И несмотря на то, что в настоящий момент, ну, как и любая экономика, мы испытываем иногда подъемы, иногда определенные спады, и некоторые предприятия нашего района имеют определенную закредитованность, определенную нехватку в оборотных средствах, но есть ряд предприятий, которые на сегодняшний момент показывают достаточно серьезное поступательное продвижение вперед, как я уже отмечал, тот же наш «Агромаш». Спасибо. Виталий Эдуардович, скажите, пожалуйста, какими крупными мероприятиями будет ознаменован 2020 год в вашем районе? Мероприятиями, ну, я не знаю, насколько это мероприятие, но хотел бы отметить те, наверное, объекты, которые мы введем в Первомайском районе в 2020 году. В первую очередь, это запланированное строительство детского сада в 7-м микрорайоне. Достаточно серьезный социально значимый проект, который давно уже на слуху, который жизненно необходим для жителей 7-го микрорайона, да и в целом для жителей города Бобруйска. И я, уверен, что в этом году данный объект будет введен в эксплуатацию. Я не хотел бы, если уже говорить о масштабных проектах, я не хотел бы делить город Бобруйск на районы и хотел бы отметить, что под четким контролем Бобруйского городского исполнительного комитета и председателя Бобруйского городского исполнительного комитета Александра Викторовича Студнева сейчас достаточно серьезными и быстрыми темпами проходит строительство детской больницы. И в ближайшее время, я думаю, что уже летом, мы увидим открытие данного... Ко дню города? Да. Очень надеюсь, что ко дню города мы увидим все-таки открытие именно нашей детской городской больницы. Это приятная новость. Дополнительно, спасибо. Конечно, я не могу не отметить, как используется, работает частный капитал. Например, на 7-м микрорайоне, возле торгового центра «Техас», достаточно серьезный большой физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, то есть, надеюсь... Он строится за счет частных инвестиций? Это только частные инвестиции. Только частные инвестиции. Да. А как вообще в районе обстоят дела с частным бизнесом? Мы увидим поступательное движение вперед. Причем это поступательное движение достаточно серьезное. В частности, в 2019 году у нас возросло количество индивидуальных предпринимателей где-то на 180 человек. У нас открыто порядка 40 новых организаций, именно коммерческих организаций. При этом, если уже касаться индивидуальных предпринимателей, я хотел бы отметить, что развитие предпринимательства идет не только в сфере торговли, но и в сфере перевозок. Причем как пассажирских перевозок, так и грузоперевозок, в сфере строительства. Если говорить о развитии частной инициативы, у нас возросло число самозанятых. У нас достаточно серьезно возросло число людей, которые занимаются ремесленничеством и так далее. То есть в этом направлении, район развивается достаточно неплохо.
Жители Первомайского района активно участвуют в жизни своего района. Конечно. Скажите, пожалуйста, вот известно несколько примеров, когда первомайцы построили несколько объектов социальной сферы за свой счет. Да? Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом. Действительно, жители Первомайского района, ну, я думаю, что не только Первомайского района, достаточно активно участвуют в многих социально значимых проектах. В частности, опять же, вот новый наш 7-й микрорайон, коснусь его, не так давно была построена хоккейная площадка, значит, за счет средств ПЖСК, за счет средств жителей. Конечно, мы по мере возможностей оказывали содействие. Данная площадка будет использоваться не только как хоккейная, я думаю, что там можно будет спокойно играть и в мини-футбол, и в баскетбол и так далее. Поэтому ряд проектов, которые действительно строились за счет средств жителей района, они внедрены в жизнь уже. И здесь надо отметить, что жители Бобруйска в целом, они достаточно активно участвуют в социальной жизни, активно участвуют в общественной жизни города Бобруйска. Дорогие друзья, напоминаю, что мы работаем в прямом эфире и ждем ваших звонков по телефону 736-224. И мне подсказывают, что у нас есть дозвонившийся. И у нас есть телефонный звонок. Алло, добрый вечер, слушаем вас. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Максим. У меня вопрос к Виталию Эдуардовичу. Скажите, какие мероприятия планируется провести к празднованию Победы на территории нашего района? Спасибо за вопрос, Виталий Эдуардович, пожалуйста. Добрый вечер. Спасибо за вопрос. Конечно, к 75-летию Великой Победы и в городе, в районе будет организован ряд мероприятий, которые до этого будут достаточно широко освещены в средствах массовой информации. Я думаю, и на телевидении, и в печати, и, скажем так, на просторах интернета. Но, вы знаете, отвечая на этот вопрос, я хотел бы немножечко шире его раскрыть. К сожалению, в настоящий момент на территории Первомайского района осталось в живых всего лишь 39 ветеранов Великой Отечественной войны. Это те люди, о которых мы должны все-таки заботиться и ни в коем случае не забывать. Мы не должны не забывать вот эти славные страницы нашей истории. Все-таки Беларусь потеряла практически каждого третьего в этой войне. И я очень хотел бы, чтобы в преддверии Великой Победы, наверное, каждая семья заглянула в свою историю, в летопись своей семьи и действительно вспомнила о тех людях, которые порой ценой своей собственной жизни завоевали нам свободу, завоевали нам независимость и позволили на сегодняшний момент жить нам в мирной процветающей стране. Огромное внимание наше государство уделяет поддержке многодетных семей. А как первомайцы помогают самым многочисленным ячейкам нашего общества? Ну, Первомайский район, как и все государство, в принципе, мы работаем по базовым фундаментальным основам. У нас на сегодняшний момент в районе проживает 1329 многодетных семей. В частности, по поводу помощи, за прошлый год, если я не ошибаюсь, 229 многодетных семей построили жилье с господдержкой. В настоящий момент, после изменения законодательства, серьезно расширен перечень, направлений, по которым можно использовать семейный капитал. И в настоящий момент в Первомайском районе порядка 1000 семей, которые имеют право на получение данного семейного капитала, и уже за его досрочным получением, я имею в виду, семейный капитал в Первомайский район, в администрацию Первомайского района с начала года обратилось порядка 50 семей. Причем положительные решения приняты уже по 40-45 семьям, остальные находятся на стадии проработки. Виталий Эдуардович, после нашего эфира, думаю, будут обращения еще. Куда можно обращаться, скажите, пожалуйста? В администрацию Первомайского района. Подаются документы в одном окне. Мы провели достаточно такую широкую рекламную кампанию, если можно так сказать, разъяснительную кампанию и по предприятиям. В настоящее время, проводя встречи с трудовыми коллективами, в обязательном порядке мы внесли вопрос досрочного получения семейного капитала в порядку данных встреч. В настоящее время при проведении единых дней информирования одним из вопросов в обязательном порядке стоит вопрос именно досрочного получения семейного капитала. Плюс в средствах массовой информации и на сайте администрации района у нас размещена вся информация, которая необходима для, оформления соответствующих документов. Служба «Одно окно» администрации Первомайского района.
Что можно сказать о молодежи Первомайского района? Насколько она активна, инициативна? На сегодняшний момент на территории Первомайского района города Бобруйска проживает порядка 39 тысяч молодых людей в возрасте от 14 лет до 31 года. По поводу активности, ну, я думаю, что мы все это видим. Наша молодежь достаточно активна. Они всегда участвуют во всех мероприятиях города, ну, и района в частности. Значит, во всех благотворительных акциях. Ну, не так давно был открыт молодежный парк. Высажено достаточно большое количество деревьев в 7-м микрорайоне, где наши молодые семьи, наша молодежь принимала достаточно активное участие. И многие до сих пор, и это не может не радовать, ухаживают за своими деревьями. Они их поливают, они смотрят, как эти деревья растут и так далее. То есть молодежь, повторюсь, достаточно активна. Наша молодежь в своем, в подавляющем большинстве, это великолепные люди, которые имеют достаточно неплохое образование, воспитание. Конечно, есть исключения, но, повторюсь, это скорее как исключение. Вы знаете, я бы не делил молодежь города Бобруйска на Первомайский или Ленинский район. Это наши молодые бобруйчане, за которыми будущее. Сейчас, да и, впрочем, и ранее, в моде всегда был спорт, да? Виталий Эдуардович, как вы относитесь к спорту? Вы знаете, разделил бы немножко понятия, если вы позволите, спорт и физкультура. Профессиональный спорт, конечно, он должен быть. Это прославление нашей республики на международном уровне, на международных аренах. И это, конечно, все хорошо. Мы понимаем, что это достаточно серьезные материальные затраты, с одной стороны. Значит, ну, с другой стороны, это имидж нашей страны. Значит, также, ну, на мой взгляд, любой профессиональный спорт, он достаточно серьезно отражается на здоровье самого спортсмена. И поэтому я всегда это говорил, и если можно, повторюсь, что не каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был мастер спорта. Но каждый хочет, чтобы его ребенок был здоров, чтобы он был хорошо физически развит и так далее. Поэтому я и разделяю эти два понятия. А все-таки и к спорту в целом, и к физкультуре, к ведению здорового образа жизни я отношусь крайне положительно. Вы занимаетесь лично какими-то видами спорта, зарядка по утрам? Значит, я вам достаточно честно отвечу на этот вопрос. Ну, в спортзал я зашел в лет 12, вышел из спортзала, ну, где-то в лет 28. То есть я достаточно активно занимался спортом, занимался, значит, физкультурой и так далее. Сейчас, к сожалению, не хватает достаточно времени для того, чтобы уделять этому направлению, что касается самого себя, должное внимание. Но, опять же, на выходных днях я с удовольствием бегаю, играю в мини-футбол, играю в настольный теннис и так далее. То есть я с удовольствием могу вечером пробежать там 5-10 километров. То есть, ну, считаю, что это вполне хорошо и необходимо каждому. Спасибо. Дорогие друзья, напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Пожалуйста, звоните к нам в студию по телефону 736-224. И у нас есть телефонный звонок. Алло, добрый вечер. Слушаем вас. Как вас зовут? Меня зовут Людмила. Живу на улице 50 лет в МКСА в пятиэтажном доме. И вот мы, жильцы, хотим своими силами построить в своем дворе детскую площадку. Виталий Эдуардович, посоветуйте, пожалуйста, с чего нам нужно начать. Заранее благодарю за ответ. Спасибо, Людмила. Спасибо. Да, вопрос, конечно, с одной стороны неожиданный, с другой стороны очень приятно. Побольше бы таких людей, которые действительно хотят построить спортивную площадку. С чего надо начать? Просто обратиться в ЖЭУ Первомайского района по территориальности, где вы непосредственно проживаете. Я думаю, что вам все расскажут и пояснят. Все, что для этого необходимо, ну, для начала надо определиться, какую же площадку спортивную вы хотите построить. Если это действительно какой-то воркаут и так далее, надо понимать, что эта площадка должна быть сертифицирована для того, чтобы, не дай бог, не допустить травмирования детей в случае занятия физической культурой и спортом на данной площадке. Значит, для размещения данной указанной площадки по адресу ЖЭО проведет определенную работу. Мы просмотрим в целом, есть ли там какие-то коммуникации, можно ли эту площадку установить именно в этом месте, и дадим компетентный ответ, окажем содействие. То есть здесь, ну, как говорится, двумя руками за. Спасибо, Виталий Эдуардович. Спасибо, уважаемые телезрители, за ваши вопросы. Напоминаю, что задавать их вы можете по номеру прямого эфира 736-224. Виталий Эдуардович, являетесь ли вы пользователем социальных сетей?
Связываются ли таким образом с вами напрямую жители Первомайского района? Пользователем социальных сетей, ну, наверное, как и все, являюсь, конечно, пользуюсь, ну, в телефоне установлен там WhatsApp, Viber, Instagram и так далее. Значит, связываются ли со мной жители Первомайского района непосредственно по социальным сетям, я вам скажу следующее. В районе проживает порядка уже, ну, я думаю, 130 тысяч жителей. И, конечно, если, ну, хотелось бы и общаться, и встречаться, и каждому уделить внимание, ну, понятно, что физически это не всегда возможно. Но у нас существует свой личный сайт администрации Первомайского района, куда можно обратиться. У нас есть группа ВКонтакте Первомайского района города Бобруйска, куда можно обратиться. И коммуникация, я считаю, с жителями налажена достаточно серьезно. Я уже не говорю о проведении еженедельных личных приемов, о проведении прямых телефонных линий и так далее. Ну и встречах населения. Виталий Эдуардович, главой администрации вы стали относительно недавно. Скажите, пожалуйста, общаетесь ли вы с коллегой из Ленинского района? Делитесь ли опытом? Заимствуете ли опыт? Вы знаете, но мне, наверное, повезло. Повезло в жизни, потому что, наверное, точно с самого начала своей трудовой деятельности мне на пути встречались достаточно серьезные, хорошие специалисты и люди с большим багажом знаний, как профессиональных, так и с жизненным опытом. И вы знаете, я всегда учился у них, я всегда пытался перенять этот опыт и считаю, что это должен делать каждый человек. Причем невзирая от должности, невзирая от, скажем так, сферы деятельности и так далее. Есть определенный, повторюсь, жизненный опыт, который приходит только с годами. И да, со своим коллегой из Ленинского района я общаюсь, встречаюсь, делюсь определенными, ну, проблемными ситуациями, всегда слушаю его совет, ну, пытаюсь, насколько могу, сказать свое видение по той или иной ситуации и посоветовать что-то ему. То есть я считаю это вполне правильно и вполне хорошо. Какие ваши личные качества помогают справляться вам с вашими сложными обязанностями? Личные качества? Ну, наверное, упорство. Значит, всегда желание дойти до намеченной цели, при этом выполняя ту или иную работу. Я всегда считал и считаю, и всем это говорю, что надо стремиться выполнять не показатель, ни в коем случае, надо стремиться достичь результата. Если это удается, тогда и результат виден, и, скажем так, и жители района в данном, ну, скажем, в данном конкретном случае, если мы обсуждаем эту ситуацию, они будут довольны. И, в принципе, есть определенное поступательное движение вперед. Плюс ты сам видишь тогда результаты своей работы. Виталий Эдуардович, благодарю вас за разговор. Спасибо большое, что нашли время, пришли к нам. Спасибо. Напоминаю, что гостем нашей программы был глава администрации Первомайского района Виталий Эдуардович Власевич. Я Виталий Овсеенко. Всего вам доброго.